21 мая в Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели состоялась очередная акция движения «Солидарность с политзаключенными», в которой участвовало около 200 человек. И это несмотря на призывы радикальной оппозиции поддержать акцию. Митингующие поддержали бессрочную акцию грузинских адвокатов, начатую у парламента. Адвокаты прямо у парламента демонстративно сожгли избирательный кодекс Грузии, заявив о его полной бесполезности. Сегодня в тюрьмах Грузии содержится около 25 тысяч заключенных. Каждый день нахождения у власти этих гномов усугубляет кризис в Грузии. «21 мая обязательно будет провозглашен Днем солидарности с незаконно заключенными. Сегодня мы на 25-метровом баннере представили личности всех 60 политзаключенных Грузии, а также обнародовали имена и фамилии тех людей, которые подписывали политзаключенным приговоры». Митингующие на некоторое время перекрыли главный проспект страны, после чего двинулись к зданию Верховного Совета Грузии. Полиция митингующим не мешала, хотя находилась рядом. Вы знаете, я думаю, такого тяжелого времени Грузия не помнит. Мы обесчещенная, оскорбленная нация в руках этого сумасшедшего.